Привет! Сегодня в рубрике «Разговоры» мы будем разговаривать с одним из самых наших известных визажистов, с Катей Клюевой. Я с ней работаю уже черт знает сколько времени. Она будет рассказывать очень интересно, она вообще хорошо рассказывает, как выяснилось. И даже если вам эта тема не очень близка, советую просто посмотреть и на нее полюбоваться, потому что она у нас барышня неземной красоты. Сначала два слова о себе. Как ты дошла до жизни такой? Кто ты по образованию вообще? И зачем? И как давно ты этим занимаешься? Супер. В одном вопросе очень много вопросов. Конечно. Кто я такая? Меня зовут Екатерина Клюева. Я стилист, визажист, имидж-дизайнер, руководитель студии макияжа и школы макияжа, собственно, своего же имени Екатерина Клюева. Это кто я есть сейчас. Я мать двоих детей, могу сказать так, кто я есть сейчас. А образование у меня экономическое. В свое время я закончила бухучет, анализ и аудит в ГУ. Прошло уже много лет, и, конечно, я ни одного дня не работала по специальности. Вот так всегда. Но да, но поскольку я всю жизнь знала, что у меня будет своя студия, свой салон, хоть какой-то бизнес, связанный, в принципе, с салонами красоты. Вот. Прям я, принципе, всю жизнь знала, да? Ну, я знала это со школы. Фига себе. И увлекалась макияжем, будучи совсем молодой девчонкой, наверное, с 8-7 класса, насколько я помню. Охренеть. Хорошо. А каким ты видишь местный рынок услуг, мейкап, да? И он растет, сужается. Что вообще изменилось за последние 3 года? У нас, говорят, кризис и беда кругом. Ну, я могу сказать, что люди, девчонки стали краситься и обращаться к стилистам, к визажистам, естественно, намного больше, чем раньше, потому что я работаю в этой сфере уже 17 лет. Не могу сказать, что мне есть с чем сравнить. Рынок, конечно же, растет с точки зрения профессионалов, потому что даже я выпустила, не буду называть, но шучу. Даже я выпустила, ну, помимо меня много кто учит. Ага. Вот. Но я выпустила, я считала, тоже более 200 учеников по разным направлениям. Макияж, бровисты, да, там, повышение. Ничего себе. В общем-то, достаточно много для нашего города. Но тоже за 5 лет. Но это как бы вроде не очень много. Вот. Но сложность в том, что мы все конкурируем теперь между собой. И даже именитые там, да, визажисты, многие действительно с опытом, с именем. И они сидят без работы. Ну, скажем так, относительно без работы. Угу. Относительно того, как было раньше. То есть наплодили себе столько конкурентов, научили столько народу, что уже как бы жрать скоро будет нечем. Да. Ладно, рынок вот так вот испортился. А как ты свое положение на этом рынке представляешь? Есть чем гордиться? Если есть, то чем? А если нет, то почему? И чего еще хотелось бы достичь? Ну, мне не хотелось бы, конечно, останавливаться. Ну, хвастайся, давай. Ну, я хотела бы дальше продолжать, наверное, учить, потому что, мне кажется, я нашла себя в этой сфере. И мне кажется, что я неплохой преподаватель, и я действительно могу объяснить, научить с нуля человека делать это красиво, правильно. Наверное, останусь преподавателем. Конечно же, хочу работать со своими любимыми клиентами, потому что я считаю, что это такой колоссальный обмен энергии, когда от тебя человек уходит с светящимися глазами, вообще с счастьем. Переполняющий, его переполняет счастье, она говорит, спасибо тебе огромное, такая красивая, потом пишет отзывы, пишет, ну, какие-то теплые слова на следующий день. Ну, в общем-то, я считаю, что я останусь в этой сфере и не буду менять свою сферу. Сферу красоты я не оставлю. Ага, а все-таки как ты оцениваешь свое положение? Там, я монстр, там, я вообще номер один. Ну, я же скромный человек, Илья, ты же знаешь. Скажи, я скромный человек номер один. Я, да. На этом рынке. Ну, я стараюсь быть номер один, и это моя всегда такая была, ну, не цель, не знаю. Мне всегда хотелось это ощущать, что я чем-то, да, немножко лучше кого-то там, да, своих конкурентов. Лучше всех. Понятно. Не, ну, я не, так не буду говорить. Ну, ладно, сейчас ладно, я понял. Сейчас много профессионалов. Все крутые, все молодцы, я смотрю, понял. Радуюсь. Я понял. Мне не удастся тебя развести. Ну, я первый, один из первых визажистов, который занимался в этом городе профессиональным макияжем на профессиональной косметике. Ужас какой. Профессиональная, французская, серьезная марка, которая предназначена для фото- и видеосъемки. Поэтому именно ты в свое время меня нашел. Да, я молодец. Слушай-ка, а вот скажи, пожалуйста, какая часть работы тебе интереснее? Мейкап для свадеб, для мероприятий, мейкап для фото, видео или обучение все-таки? Подготовка себе конкурентов? Нет, я не хочу, конечно, прям вот на 100% уходить в обучение, и меня иногда штормит. Я могу проснуться сегодня с одной мыслью, что все,
надо завязывать работу с клиентами. Через месяц у меня совершенно другая мысль. Я хочу преподавать, то есть наоборот, опять работать с клиентами и больше, и больше, и больше. Нет, я скажу так, я скорее буду балансировать, и все равно есть определенная сезонность. В определенный сезон я буду работать с клиентами, и есть сезон обучения. Например, сейчас будет сезон обучения. То есть я чаще буду работать именно в студии, вот здесь проводить место в своих стенах со своими учениками. То есть не как свадебные фотографы, когда они полгода голодают, а полгода не знают, куда деньги девать. Я очень грамотно в свое время распределила свою нагрузку, потому что я занимаюсь не только макияжем, я занимаюсь еще и могу заниматься наращиванием ресниц, им я занималась 10 лет. Я могу быть неплохим, извините, ну, можно сказать, одним из лучших бровистов нашего города. Скромно-скромно, нормально. Вот, визажист, бровист, лэшмейкер, стилист-визажист, мастер по прическам. Это все как бы делаю я сама своими руками. И я, наверное, себе создала специально такую альтернативу. Я считаю, что это хорошо, это нормально, потому что это все очень смежно, это все связано с работой придания красоты именно вот в верхней части. Я не лезу там, естественно, в эпиляцию. Там, ага. Само да. собой. О самом интересном потом поговорим. Да. Ясненько. А как ты относишься к профессиональным конкурсам? Вообще стоит в это лезть? Что это дает? Надо ли оно вообще? Обязательно. Я всегда участвую, когда есть такая возможность. Вот как раз в 2010, 2011, 2012, 2013, по-моему, один год пропустил, в 2012, по-моему, пропустил, в 2013, я активно участвовала в конкурсах. Как раз, если ты помнишь, портфолио для этих конкурсов создавал мне его ты, и мы под задание готовили определенные работы, которые я потом отсылала, проходила финал. И, в общем-то, я хочу сказать, 4 года подряд я была финалистом международного конкурса Make Art Awards, так он называется. Вот, и это дало мне, ну, в первую очередь, уверенность в себе, понимание, что ты действительно, ну, ты растешь. Я это чувствовала, потому что ты среди таких же, как бы, среди какой-то массы людей тебя выделили. Это же классно, ну, ты это в финале. Классно, конечно. Где-то даже четвертые у меня места, да, у меня были не призовые, конечно, это немножко меня так это... в десятку вошла? В пятерку вошла. Вот, меня это все равно очень сильно... радовало, потому что, я скажу, вложений было меньше, например, трудозатрат, и очень все делать легко, по какому-то вот такому, вот просто вот. Вот перло. Просто перло, да. Была счастлива. Да, надо участвовать обязательно. В Иванове тоже, если какие-то конкурсы проходят, я обязательно участвую. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Важен ли и насколько постоянный профессиональный рост? А куда, собственно, расти и чему учиться? Вот чему учишься ты, чего ты раньше не умел? Спасибо за вопрос, потому что на самом деле это очень важно, расти и никогда не останавливаться. То есть многие действительно считают, что я крута, я там много работаю, зачем мне учиться. Ну, это я не про себя, вообще так многие почему-то рассуждают. Я за предыдущий год получила 10 сертификатов. Чего себе? На разные всевозможные различные темы, по разным направлениям. То есть макияж, прически. Перманентный макияж. В этом году я тоже уже прошла, вот все, что перечислила, тоже уже повышения у меня были. Вообще, непрерывный рост – это залог, наверное, не только уверенности в себе, но и качественного выполнения своих услуг. Потому что наш мир, вот этот мир бизнес-красоты, он настолько динамичен, настолько быстро развивается, все меняется. И зачастую приходится просто переформатировать там где-то на ходу. Что-то на ходу, да, и менять принципы даже работы. Но, понятно. Да, кстати, в макияже многое упростилось. А почему? В перманенте усложнилось, в макияже упростилось, там, в ресницах. Ну, то есть я могу прокомментировать, в принципе, любую сферу. В макияже почему упростилось? Да. Ну, общий тренд такой идет на то, что в моде естественность. Никто не выпендривается. Никто, да. Если посмотреть даже глянцевые журналы, ну, подиум – это подиум, там, это одно, а в жизни люди, в принципе, сейчас каждый красится хорошо, неплохо выглядит, все хорошо, да? Замечал? Да, совершенно не нужна будет эта профессия через несколько лет. Ты на это намекаешь? Нет, она будет, ну, кстати, да, как вариант развития. Как все, страшно все, жить. Все выучатся, все будут, у каждой подружка визажист. У нас уже так. Да, у каждого подружка фотограф, подружка визажист. Подружка, да-да-да. Подружка, все. Скажи, вот тебе приходилось работать со звездами? Если да, то с какими? И насколько с ними проще, тяжелее? Есть там какие-то особые требования? Вообще, как оно?
Да, я работаю, естественно, с ивановскими звездами, и они являются многие постоянными моими клиентами. Со звездами такой величины, как московские, да, вот эти вот, я не работала, не приходилось. А хотя с фотомоделями некоторыми работала в Москве на пару раз. Да. Ну, приезжают же какие-то к нам тут вроде. Ну, в какой-то момент мне очень часто поступали эти предложения. Кстати, последнее предложение было накрасить звезду из тату. О, Господи, который из двух? Рыженькая. Рыженькая. Как ее зовут? Лена Катина. Лена Катина? Я их... И я тоже. Не вот. Надо спрашивать. И она не приехала, она не вернулась. Я ждала нашей встречи, готовилась. Она не Господи, не как страшно жить. Ладно, понятно. Такой вопрос. Насколько важны инструменты, которыми ты работаешь, оборудование, все вот это вот, расходники и прочее? Какие есть недостатки у тех инструментов, которыми ты работаешь сейчас? Я не ответила, кстати, на вопрос, а проще ли работать со звездами? Да. А вот я хочу сказать, что мне очень легко дается работать с людьми, как раз, которые такие, вот, знаете, самодостаточные уже, интересные, такие на своей волне. Мы как-то находим... Потому что ты сама такая же самодостаточная и говоришь, ну как нам самодостаточным с вами? Нет, я, не, может, не то сказала? Да не-не-не, все правильно. Ну, это вырежи. Ни в коем случае. Ладно. Я очень люблю вообще в целом людей, и мне легко работать с любыми людьми. И я скажу, что со звездами и, скажем так, с людьми, ну, ведь есть там бизнес-класс, да, клиенты, есть клиенты попроще. Так да, вот, с попроще работать как раз значительно сложнее, нежели с людьми, которые себе что-то уже представляют в этой жизни. Я потому не что знаю, они меньше запариваются. Объяснить, может быть, у них меньше комплексов просто. Может быть, и мне, кстати, кстати, да. С ними реально проще. Такие вот неполиткорректные вещи говорим. Ну да ладно. Не будем такое говорить. Нет, будем. У нас как раз вот все вот прям самая жесть. А ну, по поводу... Бывало, реально. Да. По поводу инструментов, материалов, оборудования, на которых ты работаешь, расскажи что-нибудь. Ну я, естественно, выбираю профессиональное оборудование, профессиональные инструменты и, конечно же, профессиональную декоративную косметику. Но поскольку нам не заплатили, мы ее название не скажем. Ну, могу не говорить. Да. А недостатки какие-нибудь есть у того, что сейчас, вот чего бы тебе не хватает? Ну, в принципе, я довольна всем. У меня, я сейчас нахожусь на таком вот как раз, наверное, уже на такой ступени, что я действительно могу выбирать. Я сейчас очень много всего вообще, в принципе, в зоне доступа даже в нашем городе, поэтому, наверное, это кайф сейчас в наше время работать. Потому что 17 лет назад, когда я начинала, я за каждым тюбиком ездила в Москву. И это было прямо целое путешествие. Надо съездить в Москву, там где-то это найти, как-то это привезти сюда. В общем-то, ужас. Сейчас все намного проще, это круто. Сейчас как можно заказать через интернет. Да, а так мои инструменты, любимые помощники – это мои кисти, это мое рабочее место. Я очень люблю, когда много света, когда все оборудовано, все под рукой. Я сейчас к этому стремлюсь, как раз вот в своей новой студии переоборудовываю ее. Вот где мы сейчас, собственно, находимся, да? Да. А вот скажи нам, пожалуйста, как и где правильно учиться на визажиста? И какие смежные области знания тоже важны? Что нужно знать и уметь, кроме того, что вот чисто визажист умеет? Визажист, кстати, очень многогранная профессия. Это не про художника, это не про краски, там, да, как многие про думают. Что же это, не Господи? Про творчество, честно вот говоря. Так. Нет, это очень техническая такая вот история. То есть нужно изучать анатомию, геометрию, строение лица, цветотень, чувствовать. Вот, то есть на самом деле визаж – это... Не так просто. И если в это углубиться вот так с головой, как бы, как вот я углубляюсь, я действительно стараюсь углубиться в это вот по самой, скажем, ну... Понятно. Занимаюсь этим профессионально, копаешь серьезно. Глубоко. Поэтому я стараюсь своим ученикам, которые ко мне приходят, с первых же занятий говорить, что, девочки, вы, если вы считаете, что вы, у вас только художественный вкус должен то пошли быть, вон и отсюда. Это вам достаточно, то да, то вы, наверное, не по адресу. Потому что здесь уходят. Много смежных моментов, которые нужно изучать. И многие уходят. Ой, вот как хорошо у нас тут сверлят. Сейчас мы подождем. Ага, отлично. Вот. А дело в том, что... Нет, конечно же, многие не уходят, но многие... Был, кстати, случай, когда просто сказали, я не потяну. Был случай. Он сказал, да пошла ты. И просто хлопнул дверью. Ну, наверное, приблизительно так. Вот. Верните мне мои деньги, да. Типа того. Круто. Вот. Ну, был один раз. А так, в целом, девочки, я
Ну, я считаю, что я умею заражать своих учеников, и они в основном остаются со мной до конца. Остаются зараженными. Идут до конца, да. И разносят эту заразу все дальше и дальше. Ну, многие, да, действительно, дальше и работают, многие уже преподают. Фига себе. Да, конечно. То есть вот это все так прям... Хорошо, тогда вопрос, раз уж мы начали про девочек, которых учат. Что посоветуешь девочкам, которые хотят стать крутым визажистом? С чего начать, а чего ни в коем случае делать не надо? С чего начать? И чего не делать? Чего не делать? Да. Я могу сказать, может быть, на примере себя. Я начинала в салоне, прежде чем пойти, например, на фотосессии работать. Многие начинают с фотосессии, а потом уже только когда-то в салоне, а может, вообще в салоне никогда работать не будет. То есть работа с коммерческим клиентом, она выстраивается совершенно по-другому. Это вообще другой мир. Работа с клиентом – это одно. Работа с фотографом – это вообще другой визажист. К нему другие требования предъявляются в первую очередь. Предъявляются требования к его профессионализму с точки зрения, у него тоже должен быть определенные навыки и знания с точки зрения фотографии, вот, света и так далее, да. И конечно, определенные инструменты, имеется в виду косметика, конечно же, должна быть соответствующей, потому что одна косметика, она больше пойдет для повседневного использования, да, для невест тех же самых, а другая косметика, это, например, пойдет для каких-то арт-работ в фотостудии. Ну, то есть там набор чемоданчиков вообще разный. Чемоданы разные, да, поэтому я в свое время углубилась сначала в коммерческий макияж, то есть работала активно с клиентами, и, кстати, я считаю это правильно, потому что там я познала вот эту всю суть, что люди, они не всегда прекрасны, прям вот супер идеальны, да. То есть ты работаешь с реальным клиентом, с реальными проблемами, а проблемы какие там могут быть, да? Там, самые разные. Разные, не буду перечислять. А с моделями работать значительно проще. Девочки в основном молодые, красивые, ухоженные, 15+. Да-да-да. Но это разные вещи, и тут каждый выбирает себе свою дорогу сам. Хорошо, если он сочетает. О, опять свергат. Ну, они сейчас быстро выдохнутся, и мы продолжим. Я даже не гашу, я, может, даже это оставлю. Хорошо, а вот мальчики среди визажистов встречаются? У нас вообще свой кабуки где-нибудь растет? Или хотя бы в Москве? Ладно, здесь, наверное, нету никого. Да, конечно, есть. Здесь у нас, кстати, в последнее здесь время... Здесь хоть один есть? Ну, я лично не знакома, но все чаще в последнее время обращаются там на брови, коррекцию. Такие мальчики, такие ухоженные, метросексуалы. Господи. Да, ну, почему нет? Да, ну, в общем, понятно. Апокалипсис грядет. А вот скажи, какой твой самый печальный опыт? Расскажи какую-нибудь жуткую историю из практики, что-нибудь такое, за что тебе было стыдно, но ты еще никому об этом не рассказывал. Вот сейчас и расскажи, самое время. Ой, да я сейчас покопаюсь, конечно, у себя покопаюсь. Нет, вот я скажу так. Мои клиенты, которые ходят ко мне в качестве, ну, клиенты в студию, недовольных среди них не было. Может быть, там одна была. Году. Но мы ее прикопали в лесополосе. Понятно. А вот, была, но я не поняла вообще, что ей от меня надо. Что это было, да? Может быть, ей нужен был психотерапевт, а не я. То есть она просто не в ту дверь зашла. Угу. Ладно, а еще вопрос. Кого из мировых звезд ты хотел бы покрасить? Вау. Ну вот да, вот любую можно, любого мужика. Джей-Ло приходит и Бейонсе. Понятно. Ну да. А вот с кем ты не будешь работать ни при каких обстоятельствах? Вот тут есть такой клиент. С Мэрилин Мэнсоном поработал бы тоже. Я ему передам. А скажи, вот с кем ты не станешь работать ни при каких обстоятельствах? Вот оно вот приходит что-то, кто-то вот такое, что ты просто вот в окно выпрыгнешь и босиком по снегу убежишь. Такое возможно? Ой, у меня такие нехорошие картины в голове. Я не хочу рассказывать. Да, вот у нас там что-то засверлили опять. Хорошо. Я люблю опрятных людей. А вот как... я начну с этого, опрятных все-таки. Ой. Нет, ну не про это. Ну я сегодня все свежее надел, ладно. Все-таки как-то вот. Но работаю по долгу службы, работаю с разными, со всякими. Тяжело вздохни в этом месте, пожалуйста. Понятно. А когда ты работаешь, вот сейчас о тяжелом поговорим, когда ты работаешь для фотографий, на каких-то фотосессиях, что тебя фотографов больше всего бесит? Ну, если я начну перечислять, я не смогу остановиться, а вот ты. В фотографах. Ну, мерзкие ребят, на самом деле. Да. Когда мне говорят, выйди из кадра. Быстро. Я же такая красивая. Ну да, а еще? Когда я поправляю, например, человеку прядь или еще что-то, я хочу, чтобы картинка была идеальна, а мне говорят, уйди отсюда быстро.
Ну, я и так никогда не делаю. Ну, нет. Конечно. Нет, я хороший. Да, да, да. Да. Было. Что? Было, было. Я все слышал. Ладно, да мы нет, сейчас нет. Камеру выключим, и это обсудим с тобой отдельно. Скажи, а вот визажист, он должен что-то понимать вот в парикмахерских каких-то вопросах и быть вообще стилистом? Или, в принципе, можно быть визажистом и все? Пришла, накрасила, не глядя, вообще не приходя в сознание. Нет. Я считаю, обязательно нужно изучать стилистику, ретроспективу изучать, потому что на фотосессиях мы можем сталкиваться с любыми задачами, да, поэтому обязательно и изучать, и историю, да, моды, может, тоже нужно осваивать. Любому визажисту придется. Те визажисты, кто работает в салоне, это, я опять же повторюсь, это одна история, они могут вообще заниматься только макияжем. А те, кто все-таки хочет работать с фотографами на фотосессиях, должны уметь с волосами обязательно что-то делать. Хотя бы что-то примитивное. Но чтобы в кадре создавать картинку. Какие-то базовые вещи надо все равно нужно, уметь. Да, обязательно. Хорошо. А вот совершенно другой вопрос. Ты мать двоих детей. Как получается все успевать? Маньки, няньки? Что у тебя? Вот я знаю, у тебя сейчас там лазарет дома. Ой, да. Тяжело приходится успевать. Мне в этом очень помогает моя семья, моя мама. И они очень относятся, мой муж, и к этому положительно относятся, к тому, что я молодец занимаюсь какой. Самореализацией. Да, бубнят, конечно, как не без этого. Но в целом вроде как уважают мои интересы, и это благодаря им, конечно. То есть берегите родителей, мужа, они пригодятся. Они пригодятся. Хорошо. А вот скажи, ты когда-нибудь хотел всех послать к чертовой матери, сменить вид деятельности, вообще чем-то другим заняться? У меня было за мою практику пару раз такое, наверное, перегорание небольшое. Вот мы об этом, да. Профессиональное выгорание, как с ним бороться? Профессиональное выгорание, но случается у меня крайне редко, объясню по какой причине. Оно у меня случается в одной сфере, но зажигаюсь я в другой сфере. И меня это очень спасает. То есть, например, я выгорела к ресницам в свое время, когда мне не давали хлеб. Я была одной из первых, наверное, кто занялся наращиванием ресниц в нашем городе. Ну, там их несколько было человек, и я в том числе. И очень быстро, это как-то вот вошло, у нас было очень это модно, актуально, и хорошие деньги приносило. И в свое время я действительно на этом хороших денег зарабатывала. Вот. А потом просто надоело, я выгорела, и я несколько лет не занималась этим вообще. И меня это освободилось в мое пространство, вся моя энергия пошла на другое. То есть мне это классно. Я здесь немножко устану, ухожу в другую сферу. Надо. Я переключаюсь, и я всем советую не зацикливаться только на одной профессии, а все-таки осваивать смежные профессии. Это вам даст вот возможность переключиться и вдохновение какое-то искать. Вот, в общем, то есть куда-то спрятаться, когда совсем будет тяжело. Да. Понятно. А вот скажи, по состоянию на сегодняшний день, сколько стоит минимальный хороший чемоданчик визажиста, вот со всем барахлом, который нужен для работы? Ну, оценочно. Я понимаю, что ты сейчас прейскурант тут не сможешь нам выкатить. Конечно. Дело в том, что сейчас, поскольку я, опять же, оговорюсь, что очень большой выбор декоративных средств на рынке, мы можем выбирать что-то из более дорогих брендов, что-то из менее дорогих. И многие визажисты сейчас вообще на масс-маркете работают и считают это нормально. Поэтому, скажем так, для каждого визажиста есть свой какой-то оптимальный набор. Я не могу сказать, что... Ну, цену чемодана скажи своего. У меня много, я не знаю. Ну, скажем, честно? Да. Не считал. Ну, понятно, что ты не считал. Ну, скажем так, Вот этот комод битком за застольник можно собрать? Чемодан, с которым можно как-то работать более-менее? Конечно, можно. Можно. Да. А за полтинник уже, наверное, нет. Ну, в салоне, да, можно. В салоне можно. Ну, то есть 50-100. На фотосессиях уже нет. Ну, в общем, как более-менее нормальный фотоаппарат. У меня вот иногда, мне девочки задают вопрос, которые приходят ко мне учиться, вот, да. Ага. Я говорю, да, от 15. Ну, честно. Аж даже так. Ну, честно, да. Ну, это ты, наверное, потому что умеешь и можешь... Ну, мы же можем смешивать, комбинировать. Не надо иметь каждого оттенка 10 тонов. Можно иметь самый светлый, самый темный, более теплый, более холодный, смешать их при определенных пропорциях и получить тот самый идеальный. То есть порог вхождения как бы не очень большой на самом деле. Да. Ясненько. Обучение стоит дороже. Ну да, нет, учиться это вообще всегда дорого, если по-нормальному. А скажи, бывает такое, что клиент хочет нереального? Вот приходит человек и хочет, чтобы вы из него сделали то, чего из него сделать в принципе нельзя. Вот что ты тогда делаешь? И как получается его убедить? А если не получается, то как ты тогда насилуешь себя, чтобы как-то все-таки это выполнить?
Было несколько ситуаций, когда вот ты задавал вопрос, у меня сразу промелькнуло несколько клиенток в моей памяти. Это на самом деле так врезается в память, такие клиенты. Травмы такие, которые, да? Действительно... Да я не знаю, для меня вообще я люблю сложные задачи. Я на самом деле люблю их. Я кайфую от того, когда человек приходит и говорит, я хочу что-то эдакое, показывает какие-то картинки, что-то. Я понимаю, что он действительно вот подготовился, и мы с ним как бы на одной волне, это очень круто. Вот. А когда человек приходит делать со мной, что хотите, это тоже мне нравится, потому что это дает мне вообще полную свободу. А, тогда можно оттянуться, ну понятно. Плюс, нет, угадать. Вот мой кайф – угадать, чтобы она сказала, как вообще, вот как ты вот настолько так угадала. Это тоже классно. Классно. Поэтому, в чем суть вопроса, я забыла? Вопрос в том… А были ли сложные клиенты вот такого плана? Ну, то есть ты любую сложную ситуацию расценишь как вызов. Да я на самом деле, конечно. Я потому что, в принципе, с любой ситуацией действительно могу справиться, и это 100%, я это вот абсолютно заявляю, потому что я многому училась и многое могу. Вот. То есть запросы обычно вот не превышают мою планку. Ну, это хороший такой спортивный подход. Хорошо. А вот насколько важны творческие проекты, за которые тебе денег не платят? Не платят. Творческие проекты. Это классно, это супер. Я готова участвовать в творческих, некоммерческих проектах. И этим я занималась, в принципе, все это время. Я просто сейчас чуть меньше времени на все. Опять же, семья, я пытаюсь все-таки все успевать. Ага. Вот. Да, мне не хватает вот этого свободного пространства для творчества, потому что я надеюсь, я скоро этим займусь чуть больше, чем я сейчас. Я запомню. Угу. Но я правда хочу этого. Угу. Это мое желание. Не хочу себя терять. Все-таки, да. Да, я там технарь, там про это все поговорили, но я все равно творческая личность, как ни крути, я люблю создавать, творить, и на самом деле это такой экстаз, когда ты потом получаешь эти картинки, и ты прям... Да-да-да, я еще помню. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот от такой достаточно тяжелой, как я считаю, работы, что страдает больше всего в организме? Глаза, руки, ноги? Как насчет того, что вот в 4 часа утра надо встать, чтобы невесту эту чертову накрасить, которая собралась там замуж выходить, провалиться на пропаду? Вот как, что страдает в организме больше всего? Да, действительно, есть проблемы. У визажистов одни, у парикмахеров другие, у лэшмейкеров третьи. Вот. И поскольку я занимаюсь тем и чередую свою деятельность, и в течение дня я могу поделать и того, поэтому, скажем так, я за счет того, что я не сижу скрючившись весь день, да, а прыгаю, бегаю, у меня... То есть у тебя болит все? Нет, у меня по чуть-чуть, Понятно. Но еще надо каким-то спортом заниматься параллельно? Успеваешь там поплавать? Да, чтобы кисточки, да? А то самое тяжелое, что поднимаю, это мои кисточки. Некоторые смеются. Слава богу, я не езжу к невестам на дом. Я не езжу на 4-5 часов, 6. Это вообще не про меня. Я уже это все прошла. Слава богу, теперь я работаю здесь, в студии. Громче сверлите. Да, я работаю у себя в студии уже с 10-го года, принимаю только у себя в студии мои клиенты, мои невесты приходят ко мне. Это кайф. Понятно. А вот ты говорил уже, что довольно часто мужики обращаются, мальчики какие-то и так далее. Ага. Вот их когда и зачем их вообще? Что ты с ними делаешь? Что вообще с мужиком можно делать? Вот, ну, на фотосессию накрасить, например. Господи. Ко мне иногда приводят женихов, говорят, Катерина, вот муж мой заедет, вот он тут прям вот ко мне сюда, вот за мной прям кортежем. Такой, он такая обезьяна, что сделай что-нибудь. Накрась так заодно его, да. Ну так, он зайдет, ты как будто я тебя не просила, ну ты сама ему предложи. Ой. Ему прям так, да, надо, так надо. Синячки там. Плюс. Боятся его еще и травмировать. Ой, понятно. Это вообще, женщины очень, да, деликатные. Угу. Бывало. А вот вообще, человек с улицы, как выбрать хорошего визажиста, если сам в этом ничего не понимаешь, а сарафанное радио не слушаешь, скажем так? Сложно. Ну... Сарафанное радио, смотря от кого слушать, то есть ты доверяешь этому человеку. Ну, приехала ты из другого города, и тебе надо вот куда-то там. Хэштег визажист Иванова. Ну, так ты можешь так что угодно выбрать. Ну, топчик посмотреть. Где? В Инстаграме, например. Меня так многие находят, мне, кстати, это льстит. Хотя я очень мало занимаюсь Инстаграмом, но в последнее время я же провожу соцопросы своих клиентов. Ага. Скажите, пожалуйста. Да, как вы сюда попали? Как вообще обо мне узнали? Да. Многие говорят хэштег «визажист Иванова» или там «прически Иванова», и меня это очень радует. То есть даже так? Значит, не зря все-таки эти хэштеги там иногда прописываю. То есть, да, от Инстаграма. Мелочь, но приятно. Хоть какая-то польза. Ну, ладно. Все очень здорово, интересно. Скажи нам на дорожку что-нибудь хорошее, и мы будем разбегаться. Чисто от себя. Чисто от себя? Да. Я не знаю, что сказать. Я спасибо тебе большое, что ты выслушал меня как психотерапевт, да, сейчас поговорил обо всех моих проблемах, болях и так далее. Погоди, может еще окажется, что я крышечку с объектива забыл снять, вообще ничего не получится, мы будем переделывать. Мы еще раз встретимся тогда. Да. Ты обещаешь? Обещаю. Большое спасибо.
под аккомпанемент этой дрели мы заканчиваем сегодня наши посиделки.